Так, друзья, у нас пополняется список. Ведь многие из тех, кто выходил сегодня на эту сцену, в статусе заслуженных артистов Республики Дагестан. И вот, вы знаете, зачастую, когда видишь артистов из концерта в концерт, ведь мы видимся очень часто. Сейчас я Закру спрашиваю, как представить. Дело в том, что мы порой даже и не понимаем, что они получают заслуженные награды в определенное время, повышение по службе, по служебной лестнице. Поэтому мы сегодня в очередной раз рады представить вам обаятельную, талантливую, всегда в хорошем настроении заслуженную артистку Республики Дагестан Закру Магомедову. Закра, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Юлия. Спасибо так. Всем даргинцам, которые посещают такие прекрасные концерты. Всем добрых мыслей, позитивного всегда настроения и крепкого-крепкого здоровья.
Спасибо. Загра. Вот это насчет позитивного настроения, это вот точно мои слова. Мы прям на одной волне с тобой. Это здорово. А кто еще с нами на одной волне? Ну не все, не все. Не все. Большинство, но не все. Это плохо, друзья. Чувство солидарности, это значит, что мы должны быть, на самом деле, на волне хорошего настроения, на волне здоровья, позитива, как сказала Загра. И сегодня мы под аплодисменты вручаем ей диплом фестиваля. Спасибо. Эту статуэтку. И желаем всех благ, новых песен и интересных работ. Спасибо.